Приветствую вас. Отвечая на первый вопрос, хочется сказать, что да, родители могут не любить своего единственного ребенка, это возможно, и особенно ярко эта возможность проявляется в том и тогда, когда родители вкладывают определенные значения в своего ребенка, то есть они его воспринимают не как-то вот так, знаете, безусловно, да, не воспринимают его как отдельную уникальную личность, а они просто-напросто как бы вкладывают в него какое-то значение, то есть хотят, иными словами, чтобы значит, ребенок соответствовал их ожиданиям. И вот в таком случае, конечно, родители могут не любить своего ребенка, если они ставят определенные условия. А ваш отец относится к вам очень плохо. И как можно объяснить это, спрашиваете вы, и чем это вызвано? Ну, вполне вероятно, что наиболее вероятно, точнее, то, что ваш отец хотел мальчика, хотел сына, а в итоге получилась девочка, и девочка это совсем не то, чего хотел ваш отец, и, соответственно, из-за этого он к вам относится вот так вот негативно. То есть отец скорее всего просто-напросто видел вас, в ребенке точнее своем, а не вас, видел возможность продолжения своего рода, ну, как это обычно видят мужчины, и он хотел учить мальчика, а в итоге получилась девочка, это разбило все надежды мужчины, и, соответственно, он разочаровался в том, что у него дочь, а не сын, и понял, что через дочь реализоваться у него не получится. То есть дочь, например, не будет там, допустим, играть в, например, футбол там вместе с ним, вообще не будет разделять какие-то интересы отца. А некоторые отцы серьезно считают, что их дети должны разделять их интересы. Некоторые отцы считают, что их дети должны быть продолжениями их. И отсюда, я надеюсь, вам понятно, почему ваш папа так к вам относится. Конечно, могут быть и другие причины, но если говорить в общем, то это всегда определенные условия, которым не соответствует ребенок в позиции родителя. Это всегда определенные условия, и вот сам факт того, что эти условия есть, потому что любовь, безусловно, уже объясняет такое поведение вашего отца. Что касается мамы, то здесь ситуация, скорее всего, такова, что поначалу, защищая вас до определенного возраста, ваша мама считала, что должна это делать. Ну, должна так поступать. А потом, когда вы определенного возраста достигли, наступил ключевой момент, что либо она портит отношения с отцом и встает на вашу сторону, и тем самым она неизбежно конфликтует с ним, с отцом, я имею в виду, либо
она на стороне отца, и значит, тем самым она конфликтует с вами. И из меньших, из двух зол она выбрала, по своему мнению, меньше, это не конфликтовать со злом. И именно так объясняется ее позиция по отношению к вам. То есть она просто-напросто на стороне отца, потому что не хочет портить с ним отношения. И если она не хочет портить с ним отношения, то значит, дело здесь не в вас, и не в том, что вы не курите, не пьете, не встречаетесь с парнями. Кстати говоря, почему? Пора бы уже, 18 лет. Вот. А дело здесь именно в ней. И вам нужно, по сути дела, не искать причин в себе и не думать над этой ситуацией, а просто-напросто понимать, что родители не могли, не могут дать вам того, что вы хотите от них получить. И вам это нужно получать другим путем. А самый лучший путь — это через личностный рост, через духовное развитие, через зрелость. Чем быстрее вы достигнете зрелости, тем будет лучше для вас. И если вы не будете копить, если вы не будете накапливать вот эти вот обиды на своих родителей, если вы примете их такими, какие они есть, побыстрее начнете жить своей жизнью, побыстрее начнете работать, побыстрее начнете зарабатывать и побыстрее станете независимой от них, то они очень быстро перестанут на вас влиять, и вы сможете жить своей жизнью. Вот. Но я бы рекомендовал вам обязательно личностный рост, собственно говоря, может быть, даже немножечко работу с экзистенцией, для того, чтобы лучше понимать происходящее, потому что вот именно то, что вы не понимаете происходящее, в данном случае является самым скверным, потому что понимание происходящего вам необходимо, дабы не проецировать отношения родителей, далеко не самое лучшее отношение родителей, на себя. То есть вашей вины в том, что происходит, нет. Это единственная и главная, по сути дела, установка, которая вам необходима для того, чтобы дальше нормально жить. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!